Конечно, наша страна и наша столица развивается и преображается. И все, что происходит сейчас, только на благо людей. Сейчас, конечно же, ситуация в мире действительно плачевная, да, и холодная война может превратиться в горячую войну. Но заниматься нужно совершенно другими делами. Нужно восстанавливать культуру нашей страны и заниматься тем, чтобы вот эта подмена ценностей, которая привела уже к тому, что происходит в нашем мире, да, деградация наций, люди не обращают на культуру речи, на этикет, на манеры. Сейчас нету у нас никаких ценностей, ни семейных ценностей, ни патриотизма, ничего. И что это привело, из-за чего? Это произошло с тем, что было у нас, мы видим, если вернуться в историю, все это произошло, вот эта вот американизированная волна, она привела к этим событиям. Что будет дальше, мы увидим.